Всем привет! Продолжаем рассматривать картины известных мастеров, ну и неизвестных. Сегодня у нас Микеланджело Меризи де Караваджо. Мученичество апостола Матвея. Музей Сан-Луиджи дел Франчески, Рим. Большое драматическое полотно, написано в 1599-1600 годах для капеллы Кантарелли в церкви Сан-Луиджи дел Франчески в Риме. Бессильно свисающая рука святого и причудливо освещенные фигуры на переднем плане подводят взгляд зрителя прямо к сцене насилия. Освещение двух центральных фигур подчеркивает мощный контраст мускулистого тела палача и беспомощно распластанного на земле старца в одежде священника. Тело Матфея с разведенными в сторону руками как бы образует крест у ног палача. Невидимый палачу ангел протягивает святому пальмовую ветвь, символ мученичества, которую тот пытается схватить. Матвей был сборщиком податей для римской власти, но однажды Христос обратился к нему и говоря ему: «Следуй за мной», и он встал и последовал за ним. Подтвержденных свидетельств о его дальнейшей жизни нет, но легенда повествует, что он проповедовал в Эфиопии, где царь стал домогаться простой девушке, христианке. Матфей осудил его за посягательство на Христову невесту и в результате погиб мученической смертью от меча. Во Флоренции Матфей считался святым покровителем менял и банкиров. Но по второй версии, святой Матфей был убит по завершении мессы. В храм неожиданно ворвался убийца, подосланный эфиопским царем. Он держит руку упавшего Матфея и готов вонзить в него меч. Такое описание картины я нашел в интернете. Картина «Мученичество апостола Матвея» Микеланджело Меризи да Караваджо. Все, всем пока, всем привет, до свидания.